Обращение к президенту Франции и социалисту Франсуа Олланду сегодня обнародовали коммунисты Казахстана. Левые политики, стоявшие у истоков независимости страны, Серикболсын Абдиллин и Гази Салдамжаров, убеждены, суд над Мухтаром Аблязовым должен проходить во Франции. Они этого не должны делать. Не надо сегодня быть большим провидцем, знать, что если Аблязов сюда придет, он будет осужден на 10-20 лет. И при этом даже доживет до суда, не до суда, никто гарантии дать не сможет. Неужели, зная об этом, Франция даст согласие на убийство человека заранее? Говорят, что они расшатывают государственную лодку. А на самом деле эта лодка давно гнилая. Седовласый Серикболсын Абдиллин, политический союзник Мухтара Аблязова еще со времен нарождения движения «Демвыбор Казахстана». Про якобы украденные Аблязовым бизнесменом миллиарды говорит, обвинение это бездоказательно. Ветеран не разделяет версию некоторых своих коллег о том, что арест и депортация Мухтара Аблязова как-то связаны с возможным процессом передачи власти. Вот какую характеристику выписал коммунист президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. У него принцип использование лжи. Ложь для него – это прямой путь к успеху. Он обманет вас завтра, если скажет, что уйдет. Он никогда никуда не уйдет живым. Сегодня политические оппоненты президента опасаются, что в случае депортации Мухтара Аблязова может постигнуть участь убитых в середине нулевых критиков режима Заманбека Нуркадилова и Алтынбека Сарсенбаева. Поэтому Франция не должна принести в жертву своим политическим интересам господина Аблязова. Евгения Сазонова, Константин Федяев, Алматы, Казахстан.